знаешь о возможностях. Город у нас молодой. Одесса была основана 2 сентября 1794 года. И в день рождения Одессы, в день основания города, начали с того, что сначала забили первые сваи причала нового порта империи. Потом заложили фундамент первого жилого дома и первых 4 деревянных церквей. Итак, что касается Одессы, конечно, основа нашего города – это прежде всего порт. План города империи. Понравилось?